Мой вопрос к вам сегодня таков. Есть ли у вас запас времени, чтобы проявлять любовь и общаться с незнающими Бога? Требуется много времени на то, чтобы проявлять любовь к людям и служить им. Спешка здесь ни к чему. Проанализируйте, чем заполнен ваш график на сегодняшний день и на всю текущую неделю, и спросите себя, составляю ли я расписание своих дней, вечеров и выходных в свете того, кто я во Христе, в свете миссии, на которую призвал меня Иисус, чтобы я умножал учеников и жил с Господом и для Господа. Сядьте, проанализируйте свой график и подумайте, как выделить время, чтобы проявлять к людям любовь, проводить с ними время и служить им. Сегодня я приглашаю вас не только поразмышлять над тем, как найти время, но и помолиться и попросить Бога, чтобы Он помог вам найти ответ на этот вопрос.